Вот он, сэр. Отлично сохранился с 69 года. Британский секретный агент Остин Праулер. Зловещий доктор Путти снова взялся за свои штучки. И Остин — единственный человек, который может его остановить. Остин велел себя заморозить на тот случай, если доктор Путти вернется. Британский секретный агент и черный? Удивительно. Это не важно. Ни одна женщина не могла пред ним устоять. Никто из неприятелей не мог его уничтожить. В свое время он был легендой. Приготовиться к разморозке. В чем дело? Кажется, у нас ничего не получилось. Как он сможет остановить доктора Пусси, если он в таком виде? Боже, посмотрите на его член. Какой он огромный. Действительно. Остин в свое время был очень известен своими амурными приключениями. И мы должны использовать его любвеобильность. Есть идеи? Я знаю, что делать. Я владею техникой искусственного дыхания.